Пока что мало людей, все опаздывают традиционно уже. То есть мы предупреждали всех уличкомов и всех, кого только можно, о том, что делать плохо нельзя. Да, но напомните, себе все равно надо. Плюс, ко всему, нужно себя идентифицировать на завтра, потому что очень много будет наших активистов в экипажах ездить между избирательными участками, как наблюдатели, официальные, как неофициальные, да, для того, чтобы на самом деле сделать все, чтобы наши минувшие никогда не прошли. Хотя они на самом деле до сегодняшнего дня еще верят, что они пройдут. Да. И верят в это очень хорошо. Завтра нас будет поддерживать боевое крыло наших патриотов. Сегодня день тишины, не будем называть название, но на «П» начинается, на «С» второе слово. Вот, на «С» заканчивается. Да, вот. Поэтому сегодня мы себя идентифицируем. Возле исполкома, где у нас окружная, мы будем проезжать. Погудим очень-очень сильно для того, чтобы все понимали. Значит, по маршруту это Женя. Он у нас, как всегда, головной. Как всегда, замыкающий у нас Андрей. Вот я где-то в серединке. Вот, мы проедем все наши злачные места. Посигналим, напомним, люди должны увидеть, мы никого не обижаем, ни за кого не агитируем, да, но очень хотим, чтобы завтра все пришли, галочку уставить обязательно нужно, не всегда красной пастой, но желательно в нужном месте. Вот. Цвет ее, опять же, это не призыв голосовать за какую-то партию. Шека, маршрут. Маршрут. Пока фотографировал и снимал на видео автомайдан, нашел телефон и ключи. Будем выяснять, чьи. Опа, и возвращать. Вот так вот.
нравится.